О-о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 -
уделали мы. Танк, танк! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что это было? Пробивает! Да, вот это был выстрел! Вот это было круто! Давим, давим всех! Вот так вот. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть в Рейвенхилд. Наконец-то стали выходить новые карты, я их тут поднакачал, в общем, несколько штучек, и мы сегодня будем их смотреть. А в общем, сегодня просто замечательный денечек, потому что мы будем глядеть пользовательские карты, это просто безумно круто, дорогие друзья. Если вам нравится Рейвенхилд, то можете поддерживать наши серии лайком, пишите в комментариях, какие бы вы еще хотели посмотреть интересные карты, пишите прям названия, ну и соответственно, давайте будем разбираться. Посмотрите, какие огромные карты, я вот сейчас... Эй, дай мне сесть, дай мне... Да, дружище, ну... Во, нормально, нормас. Жаль, конечно, чувака грохнули, блин, ну ладно, война у нас идет, поэтому будем мы очень-очень жесткими ребятками. Посмотрите, как мне прям повезло в самом начале. В общем, огромное, у нас какой-то лагерь, там находятся у нас вертолеты, я видел, по-моему, даже и самолеты есть. И на карте мы движемся, вот посмотрите, впереди две точки, у нас вроде как три точки, центральная тоже наша изначально. Там вот какой-то бункер, и, соответственно, даже он там, я вижу, даже вдалеке, вроде как... К нам уже летят гости, мне так кажется, что гости уже к нам двигаются потихонечку. Это армия красных, надо бы ее как-то сливать потихоньку. Дальше у меня не поворачивается, ах ты. О-о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 -
уделали мы. Танк, танк! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что это было? Мясо. Так, давайте на передовую. На передовую он проехался прям по мне гусеницами. Он проехался прям по мне гусеницами. Это было очень больно. Это было очень крайне больно. Попали, 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 попали. Они приехали захватывать точку, но мы им так просто-то не дадим. Не дадим захватить это все дело. Вот оно, да. Прошло, прошло. Слушайте, здесь прям вообще круто, в принципе. Со снайперки можно здесь сидеть очень замечательно. Где-то тут у нас вертолеты слышат. То ли это наши, может быть и нет. В общем, ребятки побежали. Нам нужно... Так, вертолет, вот он летит. Летит, 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 летит. Нам немножко можно... Можно вот так его побомбить. Он что-то как-то облетает. Спасибо за патроны. Прям вообще, бро, внимательный. Посмотрите, какой внимательный. Подбиваем. Подбиваем братву, и что-то они прям сыпятся вниз. Я думаю, наверное, они умрут. Нет, смотри-ка, живой, гад. Живой. Добили, добили, добили. Давайте будем двигаться к той самой точке заветной. Это у нас прям далеко. Здесь есть такой ров. Можно по нему идти. Мне хотелось бы, чтобы на ту точку добавили бы еще автомобиль бы. Или какой-нибудь квадроцикл, чтобы мы могли на нем быстренько передвигаться. Иначе нам придется обходить очень далеко. Посмотреть, как точки находятся прям далековато друг от друга. Кстати, вот на той правой точке у нас вон там вот прямо находится где-то там, я вижу, какой-то транспорт. Там и находятся и танки, и, наверное, вертолеты. Но я просто сейчас добегу вон туда и посмотрим, что у нас там находится. Видимо, там много братвы. Очень большая карта. А, кстати, я не обратил внимания, там наверху еще одна точка есть вдалеке. Я просто ее не увидел. Это круто, это очень круто. Ну что ж, давайте будем подкрадываться. Мы захватили эту точку. В общем, здесь очень прикольно. Посмотрите, какие здесь есть домишки. Можно забираться прямо наверх. Очень классные башенки, с которых можно, в принципе, неплохо атаковать. Штука очень, кстати, классная. Так, 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 кто где? Кто у нас? Кто у нас где? Необходимо поставить больше... Кого стреляете? Не пойму. Вон по ним, наверное, да? Ух ты! Вот это было четкое попадание. Я возьму, пожалуй, наверное, квадроцикл. Давайте возьмем квадроцикл. Ё-моё. И отправимся на другую точку. Посмотрите, центральную точку наши отдали. А я попробую поехать куда-нибудь вон туда. Так, смогу ли я туда добраться? На дальнюю. Я поеду на дальнюю точку. Очень большая реально карта, огроменная. Если здесь поставить много народу, вот это будет здесь веселуха. Вот это будет веселуха. Можно даже сегодня попробовать.
Так, я... Ой-ой-ой, там вообще очень жарко, да? Там очень-очень жарко. Сразу посмотрите, сняли на полном ходу, прям вообще изи. Сминают нас. Давайте будем обороняться, будем удерживать центральную точку, которая у нас такая была замечательная и хорошая. А, можно, кстати, прыгнуть сюда на джип. И можно атаковать отсюда. В принципе, неплохо, если у нас здесь есть какие-то бойцы. Можно залезть на вышку. Так, где они? Где они находятся? Они вот где-то там, да? Где-то там. Я, пожалуй, сяду в джип. Вот так вот, поехали. Так, ребятки, давайте ко мне. Можете залазить сюда. Кто там у нас? На вертолете. Почему у нас вертолет перевернутый? Что за дела? Что вы делаете? Народ! Ну вы красавчики! Вы что-то, по-моему, не так делаете. Вы проходили вообще обучение? Я попробую к винту подойти. Винтом меня не убьет, нет? Опасно, опасно вы прям. Да, вот такие у нас бравые солдаты, и поэтому они отдали точку. Я думаю, именно поэтому. Именно поэтому. Здесь, кстати, целятся, но хотя бы они будут таким образом, видимо, обороняться. Я думаю, они смогут затащить. Посмотрите, здесь очень много домов разных поставили. Очень много домишков. Здесь прям такой целый лагерь, деревня. Это вот такая вот интересная карта. И располагается здесь как раз флаги. Можно тут что-то даже найти. Что-то у нас. Аптечки. Аптечки валяются прям на точке. А, можно забраться вон на ту вот башенку, вышку, так скажем. Блокпост, который там находится. Я попробую оттуда пострелять. Давайте туда заберемся. Мне кажется, он очень огромный. Мне кажется, он очень-очень большой. И я думаю, здесь нужно поменять масштаб. Потому что я, посмотрите, захожу как маленький хоббит. Я не могу увидеть, что там происходит. Я не могу отсюда стрелять, понимаете? Полностью меня в рост закрывает. Хотя вот отсюда можно вести обстрел. В принципе, отсюда можно стрелять. Отсюда будет получаться, но это все равно очень опасно. Я вижу, там точка у нас, в принципе, с этими ребятками, даже не знаю, что с ними делать, а? Может, их взорвать просто, чтобы они не тупили, а... Может быть, их взорвать. Давайте их взорвем, а? Давайте их взорвем, чтобы они переродились и наконец-то, вот. Вот так вот. Молодцы. Кстати, он еще выжил после этого. И он опять садится в вертолет, нет? Нет. Поехали на танке. У нас сегодня уже переехали на танке. Давайте будем двигаться на ту точку. Я предлагаю попробовать ее захватить. Оу, ребятки. Так, стоять. А, за флаг зацепился. По-моему, кого-то переехал, нет? Давай я тебя добью. Захватываем точку, захватываем. В одного. Остальные что-то непонятно вообще, чем занимаются. Я попытаюсь в одного точку захватить. А как у нас это дело получится, сейчас посмотрим. Можно кинуть, конечно, аптечку на всякий случай. Если мне тут будут валить, хотя бы аптечечка у нас будет. Ну, немножко осталось, точку сейчас захватим. В одного возьмем ее. Ну, давай, ребятки, высаживаемся здесь. И у нас получится 4 точки на карте, мы уже завоевали. Я предлагаю вот сюда подойти. Отсюда, кстати, можно вести довольно неплохой прицельный огонь, хотя мне не очень нравится здесь бункер. Мне кажется, нужно чуть-чуть сделать поглубже, и будет вообще отлично. Так, возьмем танк, я предлагаю дальше двигаться на танке. Танк штука хорошая. Ой-ой-ой, аккуратно. Так, тут кто-то приехал в одного на джипе. Красава. Давай, сейчас мы пальнем. Сейчас мы по ним пальнем. Вот так вот. Давай еще немножко. О, я вижу джип. К нам гости, да? Слушай, попали же. Давайте по джипу попытаемся пробить. Я не вижу, где он. По-моему, попали, нет? Да, ну! Еще немножко. Красиво! Красиво! Так, главное не попадить. Слушай, ну прям попал. Серьезно, может как-то на опережение стрелять, что ли, нужно? Валим, ребят. Прямо рядом с ним взорвался снаряд, но ничего не произошло. Опять! Вот это интересно, я думаю, это надо фиксить.
Снаряды прям взрываются у ног. Я попробую в наглую, ребята, сейчас прорваться вон на ту базу. Нам остается захватить сейчас две точки. Две точки, и я предлагаю нападать. Лучшая защита — это нападение, поэтому давайте попробуем. Может быть, кто-нибудь меня поддержит, хотя что-то ко мне не особо тут, ребятки, бегут. Так, куда мы попали? Посмотрите, они в домах засели. Они засели в домах. Слушай, попал же, ну. На тебе вот так вот. Ах, хорошо. Чувак, нифига себе он попал. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, 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 так. А, мерзавцы. Мерзавцы. А у меня аптечку-то я потерял аптечку. Ой-о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 й
спины могут обойти. Красиво, пока все нормально. Напугало, а? Граната. Граната была. Ай, меня сейчас добьют, меня добьют. А, гады. Так, ну и, собственно, вторая у нас точка, которая вот у нас здесь находится, внизу самая нижняя. Здесь у нас располагаются огромные палатки, в которые можно, я не знаю, можно заходить, нет? Давайте попробуем. Да, можно заходить, в принципе, да. Ну, они немножко приподняты как-то, я думаю, над этим еще можно поработать. Но я напоминаю, что это пользовательские карты. Мы сейчас попробуем взять, наверное, самолет. А также есть вышки. Вышки нужно дорабатывать и чуть-чуть ниже сделать, чтобы было удобно стрелять. Мы сейчас попробуем. Здесь у нас даже два самолета есть. Я не знаю, хватит ли нам расстояние здесь взлетать. Но на самолете можно добираться довольно быстро. Довольно быстро. Погнали, давайте попробуем. Лети! Ох ты, какая война-то здесь! Так, 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 так. Слушайте, я уже на базе, И что самое интересное, мы очень быстро добрались. Красота, четверых прям сразу минус. Прямо сразу. Даже не глядя. Так, 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 так. Да на тебе с ноги! Ах ты гад! Ребят, ну там точка очень жесткая. Очень жесткая, я вижу, к нам приближается танк. Танк надо, конечно же, уничтожать. Только с гранатометом. Желательно, очень эффективно можно его мочить. Что-то я не вижу, где он. Подождите, где он, где он, где он? Его неужели уже убили, да? Его уже уничтожили, по-моему, танчик. Верхнюю точку у нас тоже завоевали. Что находится на той дальней точке, я попробую выяснить. Здесь опять одна и та же история. В общем, я не знаю, почему здесь с вертолетом такая тема. Непонятно, что с ним происходит, почему вертолет у нас вот таким вот образом переворачивается. Это очень интересно. Это очень интересно. Может быть, какой-то у нас здесь есть, наверное, баг, что ли, с этой картой. Вертолеты кверх ногами здесь почему-то. Очень-очень странно. Мы летим на дальнюю точку. Дальняя точка у нас находится вот где-то вон там даже, да? Слушай, ну вот где-то она здесь. Красиво! Слушай, прям вообще хорошо. Сразу я уничтожаю вертолет, захватываю точку. Все грамотно, садимся в танк. Из танка можно... Можно атаковать с танка. Давай, 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 перезаряжайся скорее, ну. Так, то... О, наши приехали! Красота! Вот это захват точки, вот это да. Так, главное, чтобы красные не появлялись здесь. Вообще шикарно. Давайте, давайте, ребята. Очень здорово. Мне, кстати, помогли вот эти вот трое. Трое солдат. И мы захватываем изи точку, прям вообще махом. У нас получается 4 точки, у нас перевес. И я предлагаю сейчас... А может быть, с этими ребятками, что ли, покататься, нет? Не успеваю, они куда-то улетают. Ладно, давайте возьмем танк и
Танк тоже тема хорошая. Оба, наш вертолет подбили. Так. Ой-ой-ой, сколько там народу, посмотрите. На это дело. Можно отсюда, конечно, издалека стрелять, но это крайне опасно, потому что там ребятки, конечно же, с гранатометами, они не будут церемониться и будут уничтожать нам просто на раз-два. Так, кто-нибудь поедет нам на помощь или нет? Что странное, что-то со снарядами происходит. Почему снаряды попадают? Четко вот сейчас вообще хорошо попали. А, но не всегда. Вот еще, кстати, попадание было. Так, а где у нас? Вот еще попадание. Прям, ну вот. Тут как тут еще, а? Переехал чувака. Четко попадание. Да. Добили, 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 добили. Так, этот у нас что, вообще какой-то живучий гад. Живучий. Ой, черт, ты напугался прямо, а. Напугался. Давайте, ребят, помогайте мне. Вы в одного тут пытаюсь слить всю контору, но черт возьми. Тут такая, такое месиво. Тут их так много, а. Вот этого убейте. Вот этого. Давайте я вам помогу, он поехали ко мне на помощь хоть немножко. Хоть как-то, хоть немного начинают мне помогать. И мы, в принципе... Хорошо, хорошо, ребят. Так, по-моему, их грохнули. У меня такое ощущение, что их грохнули, да? И помогать мне, по-моему, никто не сможет. Ну ты выйди хоть с машины, дружище. Выйди с машины, выйди. Так, пинанул его. Пинанул. Не знаю, он там выжил, нет? Что-то у нас с танком случилось. Прекрасно, прекрасно. Фу, один патрон. Так, надо перезарядиться. Нужно срочно перезарядиться. Кто-то, кстати, мне кинул аптечку. Аптечечку, молодцы, что мне кинули. Это, наверное, это моя, наверное, старая аптечка. Красота, красота. Есть, ребята, победа! Наконец-то мы затащили! Ай, меня под конец убили! Фух, ну это прикольная, реально интересная карта. Посмотрите, какая она огромная. Мне кажется, здесь можно, конечно, пофиксить вот этот вот баг с вертолетом. И, соответственно, вообще добавить чуть-чуть побольше транспорта. И мне кажется, можно либо добавить больше точек на эту карту, чтобы была более динамичная игра. Или, соответственно, можно... Может сейчас добавить народу? Давайте добавим народу, посмотрим, насколько это расстояние у нас здесь уменьшится. Потому что, я думаю, сейчас такое начнется, если мы сейчас добавим побольше народу. Это будет очень жестко. Это будет очень жестко, потому что карта действительно очень интересная. Мне она понравилась. Ну что ж, давайте добавим. Давайте добавим братвы побольше. Так, добавил я сейчас 200 человек, ребята, на карте будет 200 человек. Это очень-очень классно. Я думаю, сейчас прямо будет веселуха конкретно. Эй, можно мне сюда? Все, блин, разобрали. Все разобрали абсолютно. Мерзавцы, а? Ну дайте же мне сесть. Что ж вы делаете? Подымайся, подымайся, подымайся. Ну, эх, вертолет уже не попадаю. Серьезно? Это что такое? Чуваки! Какие здесь группки, да? Не хватает реально больше, нужно больше транспорта. Что ж, побежали. Вон там какой-то джип, они, по-моему, влупили с дерева. Нашли же они, а? Давайте я попробую сейчас им помочь и выехать вот так вот. Ребятки, давайте, садитесь к нам. Она немножко подтупливает, но часть побежала нормально. Видимо, часть у нас отлынивает. Так, посмотрим, что у нас на другой точке. Я предлагаю туда прям бегом направиться. А, там уже ребятки-то синие уже подъехали, пока мы тут собирались. Ё-моё, вот это сейчас будет, ребята, заруба. Ой, и меня там, наверное, грохнет, скорее всего. Как джип у нас заносит-то дико. Красота! Так, бежим к танку. Давай один ко мне. Один на пулемет. Все, нормально. Сели, поехали. Молодцы. Молодцы. Так, двигаемся. Нам нужно захватить какую-нибудь точку. Смотрите, как синие.
орудуют. Давайте поедем на... Они уже захватили одну точку, так что я предлагаю двигаться вон в том направлении. Захватим мы точечку, будем появляться чуть ближе к синим. И уже будет веселее. Что тут у нас с танком произошло? Танк какой-то бесхозный стоит, деревья. А немножко нужно добавить ума нашим ботам, чтобы они были более умные, чтобы они могли объезжать препятствия. Конечно, единственное, пока в этом как бы трудность. Так, подъехали сюда. Стоим, захватываем точку, зарабатываем очки. А, так, у нас сейчас будет вторая точка. Наконец-то, да, действительно, захватили мы точку. Здесь появляются уже наши солдаты. Должны появляться. Давайте отъедем. И поедем в нападение. Посмотрим, что там у нас происходит. Впереди летят вертолеты. Над головой у меня, я вижу, где-то вон они, наши полетели, наши полетели. Ах, наших подбили. Ой-ой-ой, они прям падают на ту базу. Сверху у меня тут пулеметчик, он уже долбит, в принципе, по целям. Смотрите, синие бегут. Синие, отлично. Пробили. Так, сейчас нас будут уничтожать. Сейчас нас будут уничтожать, да! Ва! Но! Пробивает! Да, вот это был выстрел! Вот это было круто! Давим! Давим всех! Вот так вот! Вот так вот! Ой, мясо! Один ко мне, боец! Один ко мне! На пулемет кто? Кто на пулемет? Быстро, 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 быстро! Ну, кто-нибудь! Все стесняются! А вот один! О, сел! Молодец! Один смельчак, поехали. Мы им покажем. Красные бегут нашим в нападение. Бегут, но... О, я вижу, что что-то поперло. Нормально, нормально, нормально. Есть шансы затащить. Будем помогать. Вот так вот, давай, 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 давай. Да ладно! Смотри, выстрелил прям в упор, нифига. Как здесь можно выжить? Вы посмотрите на это дело. Да, давайте давить. Давайте будем давить. Успеет, нет? Вот! Прямо снаряд поймал. Поймал снаряд. Посмотрите, синий. Какой у них интересный укрепленный пункт. Очень сложно их взять. За синих реально играть легче. Реально намного легче играть за синих. Так, давим, давим. Прорываемся. Сможем ли мы проехать или нет? Хотя бы на точку. Хотя бы вот сюда. Крайне трудно. Крайне трудно, нужно уходить. Нужно уходить. Ах ты, сразу валят, ребят, сразу же валят. Со всех сторон простреливают. И синий на этот раз выигрывает. Синий, в общем, в обеих каточках выиграли. Ну, это прикольно. Ребята, что тут можно сказать? Это просто замечательно. То, что разработчики добавляют новые карты, они безумно крутые. Понятно, что это не сами разработчики делают, но люди, которые любят Ray Vanfield, любят данную игрушку, они стараются, это пользовательские карты. Друзья, давайте поддержим лайками, давайте поддержим полезными, интересными комментариями, дополнениями к этой карте. Ребята, обязательно буду все ваши комменты читать. Если вам нравится Ray Vanfield, то можете смело ставить прямо сейчас лайк. Пишите в комментариях, какие бы вы хотели бы еще карты посмотреть новенькие. Пользовательских карт сейчас выходит довольно много, мы будем разбирать их и дальше. Ну а с вами был Родригес, если вы у нас впервые, можете подписаться на канал. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, у нас регулярно проходят стримы, обязательно к нам заглядывайте, мы общаемся прямо в прямом эфире. Всем счастливо и пока-пока!